Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы хотим вас познакомить с новой передачей из цикла «Осторожно, наука». Итак, как счастливо ездить на велосипеде. И снова британские ученые нас порадовали. Для населения Земли, испытывающего острую нехватку жизненно важного удовольствия, наконец-то придуман универсальный прибор счастья. Долгие бессонные ночи и продолжительные опыты британских ученых доказали, что наиболее счастливым человек бывает, когда он ездит. А самое большое количество захватывающих дух приключений может испытать при езде на велосипеде. Но, проанализировав характер езды на велосипеде, ученые обнаружили, что сиденья велосипедов и ощущения от езды на этих сиденьях не отвечают достаточным образом предъявленным им требованиям и не решают в полной мере поставленные перед ними задачи осчастливливания ездоков. Езда есть, а счастья нет. Поэтому учеными был выдвинут проект, и после получения обильных грантов проект был благополучно доведен до нужной кондиции. Центральной точкой приложения сил продвинутых британских ученых стала модернизация велосипедного сиденья и доведение его до нужных кондиций. В итоге сиденье обзавелось вибрирующим механизмом, провод от которого выведен в руль управления велосипедом для усиления ощущения счастья на ходу. Ой, мамочка. Так, как сообщили наши корреспонденты, такие сиденья уже есть в свободной продаже и могут быть использованы по назначению даже без велосипеда. Господи. Ой. Британские ученые уверены, что усовершенствованный ими велосипед способен повысить на 87,5% уровень бытового счастья и внести недостающее количество удовольствия в жизнь как женщин, так и мужчин. Короче, дети мне покупать. Следуя рекомендациям ученых и наших корреспондентов, в процессе получения счастья главное не кончить прямо по проезжающим грузовиком счеты с жизнью. Всего вам хорошего, до новых встреч и подписывайтесь на наши программы. До свидания.